А что это за Дональд Дак такой у вас? Слушайте, может его лучше сохотим и пустим на гриль? Можешь его, в принципе, съесть, никто не будет против. А, он меня укуснул, сука! Оно щипает! Слышь, капитан, замочи, плез, вот эту херню, оно меня укусило. За жопу щипнуло. Вот это многоглазый. Что это такое? Оно за мной ходит, оно меня преследует. Поговорим. Ай, блин, оно обратно меня укусило. Слушай, ну сделай что-то, оно мне заманает, оно мне загрызет нафиг. Я за себя не отвечаю, сейчас это руками сделаю. Все, тебе капец. Я мешать не буду. Давай. Давай, бьем утку. Мочи утку. Все, я, короче, пойду накачаюсь и эту утку просто в бублик скручу. Ну все, я готов. Так, парни, где эта утка? Где эта утка? Мразь клювастая, я тебе сейчас в бублик скручу. Я подготовился. Я накачался. Я тебе на шашлык пущу, скотина. Ты мне сейчас в духовке окажешься. Где у тебя? Стой, Додо. Или буду бить. Я тебя ушатаю просто сейчас. За то, что ты меня кусала. Там Додо бьют. Да, наконец-то замучил я эту утку. Песом сетине. Ладно. Я просто... Тут утка убежала от вас. Вы будете истоны за убийство босса. Он не бил никого. Она кусала людей. Это не он. Она кусала людей. Вот именно, она меня чуть не убила. Давай я тебе 500 баксов, и мы как бы разбежимся. 1000, ладно, 1000. Хорошо, 1500. Самогон давай. Ладно, будет тебе самогон, хорошо? Давай, чё? О, у меня теперь 2 самогона. Ну во, нормально. Только вы не переборщите. Ты чё такой широкий? Ну так сказать, на молодости накололся стероидами и прочими там протеинами. У меня всё натурально. Да оно видно, что ты мелочь вообще. Я тут утку недавно в бублик скрутил аномальную. А хочу сообщить, что по промокоду AMSERC на проекте Unison вы получите целых 30 тысяч игровых долларов и даже VIP-статус на 3 дня. Ссылка на сервера и сам промокод будет в описании. А сколько сейчас стоит карточка этого? Какие у тебя карточки вообще есть? Ну, все. Первого есть? Нет, только второго. Начинай. Со второго. Второго давай, сколько? 7к. Голова СБМ. Бежим! Давай. Неплохое вложение, так сказать. Тут не придется... Еб! Вы ничего не видели? Капец, его сдуло нафиг. На атомы изничтожило просто. Дед, дробовики, они сами по себе мощные в лицо. Да я видел-то охранника. Я думал, нам капец. Наконец-то я сбегу из этого дерьма, блин. Надеюсь, мы не умрем на половине пути. Я тоже. Сюда, быстрее, вниз. Да, ебать его в рот, блядь. Тянули нахуй, вот так, хуйню, блядь. Пиздец. Чел. Что такое? Я могу тебя подцепить и открыть дверь. Ты даешь мне всего-то 250 рублей, я тебе открываю специальную дверь и можешь гулять смирно. О, давай, тримай. Все, пошли. Говорите, что ты нашел, что? Блин, дебил, а остальные кто открывает? Остановитесь или расстрел. Окей. Мне сказали сюда идти, вот персонал сказал. Пройдемте со мной. Пошлите, покажите, какой это был персонал. Ага. Да я всех знам, если надо. Нормально. Всех солью. На всех компромат. Профи крыса. Вот и увидит. Так, ща, он в синенький бы. Вот он, синенький. Мне Деклас сказал, что вы его выпустили из этой зоны. Слушайте, не хотите ли вы освободиться? Ой, да мы вот видишь, что делаем. Сейчас включайте Мишу Малаш. Все, во, смотри. Вообще машина. Побриться бы еще на лосы, тогда вообще было. Да, был бы вообще с кином. Дедушка, могу я попробовать на вас свои навыки? Новые приобретенные. Нет, извините, я старый, я могу умереть с одного удара. Да я же легонько. Короче, могу или карту продать какую-нибудь, или аптечку. И то давай, за сколько? Второго 6000 вместе с аптечкой. Окей, ща. Слышь, а дай скидку, я ж у тебя уже стероиды покупал. Ну, они вообще 150, ой, ёлки-палки. Стероиды, поэтому это и так уже скидка нормальная такая. Перевёл тебе на КПК деньги. Вон лежит карточка. Открывай, интересуй, открывай. Дверь, там чел есть, чтобы... Давай куда, нам сюда или туда? Чел есть, чтобы... Нет, брата! О, Борис Бритва. А как вообще изначально получить эту карточку? Только у барыги купить. А барыга как получает?
А у него в F4. Ну, в карманах, короче. У него, понятно. Да, у него в карманах, у него там это. Продать тебе муж. Блин, у меня и просто 150 тысяч, так сказать, наработал за жизнь. Давай, давайте, первые. Так, фонарики выглядит. Давайте я первый. Прям прыгай. Давайте. Если шо, шухер, если шо, есть. Чтоб нас не спалили, у тебя сирена там воет. Прям. Фу, блин, нет, чуваки, это капец. О, пойдемте. Все, пошли, пошли. Чисто. Ладно, я тогда беру. Не понял. What the fuck? Пан Саша, можно вас на секунду? На личный разговор. Да, пройдемте, пожалуйста. Слушайте, а вы, по-моему, уж медперсонал, верно, да? Я правильно понимаю? Да. В общем, я вот знаю, что медперсонал, ну, в этом комплексе, так сказать, немножко приторговывает всякими вот стафом интересным. Что у вас в наличии есть? Ну, я даже не знаю, что вам могу дать. Ну, для начала, как насчет самогона? Что по нем? Самогона? Тут один шприц только, который забирает кровь и который дает жизнь. Дает жизнь? Ну, короче, как насчет, так сказать, чистой дозы? Вот. Вколоться, так сказать, и откинуться, помечтать. Ну, сколько вам не жалко будет? Ну, стоимость от до 500 рублей. Ну, хорошо, пятихатка так пятихатка. Сейчас будет. Все, держите. Посмотрите, какая там огромная крыса. Эй, охранник, там крыса! Охрана, 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 там крыса! Ой, да, не, тут такая крыса, 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 док, док. Док, она сейчас съест нафиг. Быстро за стол. Лицо общения, проверка на оружие. Ага. У меня есть оружие, это мои руки от природы данные, так сказать. Все, проходите, оружие не влазит. Эй, док. Док, у меня проблемы, я бегать не могу. Да, да. Бегать не можешь, у тебя что с вами случилось? Я не знаю, вот отпиздили дубинкой, бегать теперь не могу. Стой, стой, иди сюда. Давай. Сейчас исправим, это баг. Вправь, пожалуйста. Так что, помогло, нет? О, да-да-да, спасибо. Вот это живительная терапия, братан. Тебе в медики идти, какой из тебя охранник? Я слышу крысу. Вот она, где? Крыса, либо ты вот сейчас уходишь по-хорошему, либо я тебя сейчас застрелю. Да стреляй, что ты ждешь? Ты с кем разговариваешь? Она хуже террориста. Капец, это меня самогона плющ. Так, так, а теперь смотрите, сейчас будет прикол. Прикол Дэс. Аккуратней только, пожалуйста, не умрите. Вы мне еще нужны. Во! Ох ты ж. Я тебя забираю. А, да? За шо, не за... Не про шо, не за шо. А ты не имеешь права. Не имеешь права забирать. Просьба у пятого. Забираете? Просьба у пятого. Слушай, дружище. Да кто этот ваш... Астерикан. Ох ты... Ну все, бунт, парни, бунт, все, выходим, умираемся отсюда, быстро. Да, я да. Да, мясо, пушечный. Давай, давай, мочи, а, блин. Там чел с автоматом. А где же наш чел с дробовиком? Так, делай мид, что ничего не произошло. Зажали. Но... М? Что-то да, такое? Вот... Поймали. Ни хера себе. Дядь, а вы можете упасть. Не смущает это, не? СБшник лох. Да шо, дурак, что ты там делаешь? Упадёшь, блин. Да класс заводится. Ни хрена себе. Ху-ху-ху. Все началось. Ну ладно. Уходим, уходим. Все уходим, все уходим. Блин, ну вы придурки. Нахер ты начал по ним шмалять? Купите патроны. Патроны нужны. Короче, 3000 на банку я вам накидаю. На. Ну, 4К скиньте, я куплю нам карточку 3-го уровня. И ладно, сейчас, сейчас вы будете 4К. Держи, братан. Ни слова по-фондовски, парни. Больше было, нет? Здесь пройдем. Просто какая-то украинская мафия, нахер. Бляха, муха, за нами срань какая-то бегает. Не, не волнуйся, не волнуйся, она не я все, надеюсь, она за нас. Она только к ученым. О, давай, псина, псина, жри ну, все. Типа, чтобы не... Ура, мы сейчас, ура, на поверхность. Какой левел, какой левел? Я не вижу. Я говорил, четвертый. Четвертый. Четвертый? Сука. В смысле четвертый? Ну четвертый сколько надо? Так, тут нету четвертого, есть только пятый уровень ну, карты. Ну, покупай пятый, сколько? 30к стоит. Ладно, ща, ща будет. Все, на 30к. Фу-ху-ху, все, погнали. Тупо без бабок. Я 30к ввалил в эту авантюру как бы. Ура, ура, свобода, попугаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.